Так, первое, что нам понадобится, это навязывание карты. Ну, положим 8 копеек. Ну и самых простых навязываний сейчас объясню. Это вот, смотрите, говорит любой стоп. Так, переворачиваем колоду. Скидываем. Все. Это карта. 8 копеек. Ну, нам нужна небольшая предуготовка. Берем маркер и рисуем нам на руке то, что будет выдвигаться из колоды самой. Так. Так вот. Восьмерка. Что у нас там? Вот, восьмерка пик. Да, наверное, похоже. Возьмем, пока высохнет. У меня, по крайней мере, я такой маркер. Потом, что нужно делать, это склеить это все. Склеить нам нужно будет. Я клеить, конечно, не буду сейчас. В общем. Так, обычно вот это. Берем клей, намазываем вот на эту часть и вот на эту верхнюю. То есть на верхнее ребро, на нижнее ребро карты. И можно взять, конечно, резинку, она будет вам вот так прижать и будет проще склеить вот. Желательно брать резиновый клей. Так, берем, подсовываем, она все склеивается. Все, идем показывать фокус, пока номер-то не приклеилось. Такое обучение.